Суд в Дагестане арестовал молодую женщину, подозреваемую в продаже своего новорожденного ребенка. По версии следствия, в декабре прошлого года женщина предложила местной жительнице приобрести у нее ребенка за 800 тысяч рублей. Позже покупательница усомнилась в законности действий и сообщила об этом правоохранительные органы. В ближайшее время следствие предъявит женщине обвинение. Решила продать, потому что у меня нету ни замужем, ни с кем не живу, имеется в виду, магара нету. И мои родные не поймут этого скандала, то все будет из-за этого хотела тут.